Башкат Евгений Красильников-Бадаев приглашается за пятый стол. Всем привет, дорогие наши зрители, любители бильярда. Проходит у нас турнир в корону в формате блиц, то есть до одной победы. За ТВ-столом сейчас встретится Христоф Антал и Уронов Фарход. С вами, смотрите, эту встречу буду я, Наталья Кириллова. И все. И не все, и Елисей Ануфрий. Всем привет. Хотим поделиться радостной новостью. Точнее, я хочу, не знаю, как и ты, Елисей. А вот Сережа Крыжановский и Элина Нагулова сейчас выиграли Кубок Мэра. Молодцы. Мы безумно гордимся ими. И поздравляем, конечно. И ребят, и Сергея Баурова. Здравствуйте, здравствуйте, кто в чате, кто смотрит нас, кто закончил, наверное, просмотр Кубка Мэра, так же, как и мы. Хорошего всем дня, естественно. Кто не знает, что за турнир сейчас проходит, кто не видел, это второй турнир у нас в клубе в таком формате. Это все та же корона, но только до одной победы. Можно докупиться, то есть у нас
три квалификации проходят. Если проигрываешь, то можно докупить участие. Стоит, если не ошибаюсь, 500 рублей. А дальше Олимпийка, дальше, если вылетел, то вылетел. То есть, если в полуфинале уже проиграл, нельзя. Интересно, да? Как же так? На Кубке Империи можно. В полуфинале проиграть и еще до финала дойти следующую игру. Нет, Азиз не играет. Сейчас попробую прикрепить сетку, если получится, потому что сегодня у нас с турнаментом какая-то проблема возникла. Почему-то не видно было сетку. Вот, сетка есть. Сейчас прикреплю, ребят. Это уже Олимпийка, то есть игры идут на вылет. Если не ошибаюсь, было 28 человек, участников изначально в турнире. Если не больше. Уже не посмотришь. Уже не посмотришь. Я уже кто-то вылезал. Да. Не стал докупаться. А что с комментаторами на Кубке Мэра? Я вот не слышала комментарии. Комментировал Алексей Белов и еще какой-то профессиональный комментатор, наверное. Голос хорошо поставлен. Ну, видимо, кого-то позабавили комментаторы, я так понимаю. Это не Кубок мира. Не Кубок чемпионов, имею в виду. До этого уровня комментирования еще далеко-далеко любому. Вот Фархот сейчас докупился, это был последняя его возможность докупиться, молодец. Проиграл он рейсу. Он не хотел докупаться. Но Женя Баров его уговорил. Ну, шанс же есть выиграть. Есть. Шанс же есть, да. Там можно целый цитатник афоризмов записать. Ну, дядя Андрей, поделитесь с нами парочкой топовых афоризмов, которые вам больше всего понравились. Хорошего сочка сейчас забил Фархот. И позиция располагает очень даже. Для хороший ТВ. Красный. Хороший красный. Да. Для ТВ, может, и зашло бы. Если бы это было на ТВ. Молодец. Может быть, и не зря докупался. Хотя ну вот... Ну да, уже полпартии забрал. Христо Фантал — это вообще не простой соперник. Это показали его матчи с Сергеем Прижимовским. А с кем он еще играл на Кубке Мэра? Кому-то? С Никитой Володиным. А, да, точно. Никите Володину тоже он. Потрепал меня, да, очень хорошо. Хотела другое сказать, но пусть будет потрепал нервы. Крыш чемпион. Да, все верно. Все молодцы. Кроме меня. Ну ты расскажи. Нет. Почему? Почему нет? Там ты уже тоже... на том видео 15 тысяч просмотров. 15 тысяч людей видели. Почему я не доехал? Ну. В особенности из-за чего. Антон, я сомневаюсь, что лучше бы мы комментировали.
это... Гибкие это... губы. Я не стала это озвучивать, а ты... Давайте без этого. Я думаю, все прошло нормально. Вот этот шар единственный, только больше ничего. Мне кажется, это надо пересмотреть. Может быть. Мне кажется, стоит пересмотреть это. Да, я видел игры Кати Брыченко. Я давно заметил еще с «Маленького принца» ее, когда она с Андреем Шагаевым приезжала. Они с одного города. По-моему, если мне память не изменяет. Волжский. И да, и она тогда очень круто играла, и сейчас еще на две головы подросла по уровню игры. Я не знаю, какие методики тренировок у нее, но забивает она очень знатно, играет вдуманно, вдумчиво. Один раз биток забили, и все, больше не получается. Действительно. Как же так? Здесь игра такая. Одна партия — это прям лотерея. Получается, ты каждую встречу играешь в компе. Да. Это очень хорошая тренировка нервов своих, как минимум. Интересный удар выбирает проход. У него, по-моему, уже 6 шаров. Опа. Опасный момент. Интересно. Подожди, взяли этих комментаторов на финал крыши с Белазом. Ой, честно, не знаю. Я думаю, это решение федерации, организаторов. Не могу сказать. Да, Катя Брыченко, она очень талантливая. Я думаю, трудолюбивая очень. Как вам, кстати, игра Маши Карповой? Она тоже умничка, прям большая вообще. Выиграла у Дианы Мироновой в контре. Ну, кстати, может быть и такое, что просто захейтили реально чат. Потому что, может быть, какое-то предвзятое отношение было, какой-то изначально такой настрой был на комментаторов. Как на Кубке чемпионов, да. Там просто новые люди были. Не понравилась манера. Либо просто непривычная. Алексей Белов, он комментировал финал чемпионата мира 2019 года в свободной пирамиде. С кем не помню, но голос его помню. Маша на матче с Дианой створила невероятно, согласна. Да, камбэк с 4-1 это очень много значит. Маша очень долго и упорно готовилась, много тренировалась. Физику тоже начала подтягивать. Да, начала это тоже. Да. Вести свой личный блог в Инстаграме. Угу. Кто не подписан, кстати, на Машу, подпишитесь обязательно. М. Карпова А. М. Карпова А.
Карпова. Карпова. Андрей, ну, не знаю, насколько там действительно все плохо было. Я думаю, у нас тут и похуже бывает. Значительно. Понятное дело, что уровень разный, но все равно. Я там же, да. Ты как Сазан, тоже. Очень свойственный. Кстати, за соседним столом играют Анастасия Баурова и Андрей Шагаев. Хороший очень отыгрыш. Бил пассивно по лузе, оставил битка в ее зоне. Получилось более чем идеально, я бы сказал. Маша красиво вытащила Смиронову. Там я болел за нее, но в финале болел за Элину. Мы тоже болели за Элину. Было бы странно, если мы болели не за Элину. Это что, совсем все плохо было. Ну, надо пересмотреть. Да, не люблю говорить, что у кого-то было что-то очень плохо, потому что сама я лучше делать не могу. Почему нет? Это так удивительно назвали. Сколько названий я только не слышал. Подкрутка. Да, докрутка. Докрутка. Просто палка. Там, удлинитель — это, по-моему, самое идеальное название. Как его можно назвать? Мягкое, слышится профессионально. Удлинитель. Удлиняет такие все верно. Что за прикручиватель? Я, кстати, против Пухленко не слово. Мне это за что это все? Прикручивали, сейчас достанет, когда открывай результат лица. Так, ладно, извините, пожалуйста, ну забавно. На самом деле, главное, что это прошло не скучно и не грустно. Ну вот с Кубка чемпионов мое любимое выражение – это честь и хвала. Да как же игротское счастье? Ну, игротское счастье – это старое выражение. Вот честь и хвала мне очень нравится, в общем. Я даже частенько это применяю. Будет что вспомнить, ребят. Ну да, вот и доиграли. Вот и доиграли. Вот мы и поговорили. Ну, мне нравится такой формат. Да, это тебе не сидеть по 2 часа, иногда по 3. Бывает и 4.